Это Днепр, город Киев, Южный мост, район Осокорков, Харьковский массив впереди, и мы направляемся на дачу к сестре. А я насыпала в прошлый раз зерно, и оно почти на месте. Иди кушай, чего ты, Петя? Петя всегда ест в последнюю очередь. Когда курочки видят, что кушает, тогда и он может покушать. Петухи всегда в последнюю очередь едят. Какие вы интересные ребята. Парочка такая. Петушки, наверное, да? Вот это точно. Даже шишка такая, как у петуха. Видишь, роза. У него роза. Ага, а шеи, да, может, да, еще и курочка повезет будет. Угу. А это точно. Да, мы уже и так собираемся. Сейчас я эту кормушку забираю, освобожу. Да, я пройду. Сидят и тут сидит. Да, да, возмутительная. Помидоры под накрытием, от жары спасаются. Чернобрывцы классные шарики. Буряк, морковка, картошка и капуста, кукуруза. Так, а тут теплица
перцы. И уже приличные перцы висят. Вот, и вот я вижу перец. И огурцы в теплице. Надо будет сорвать. Полно огурцов. Вот, и вот. Красная паричка какая классная. Крупная такая вообще. И много так. Вот это хороший куст. Какая классная. Очень много. Это ж такие витамины. Вот уже ведерко целое. Не маленькое. Земляники собрали. А вот это не хочешь? Ну, два, да. Это мы еще не собрали все. Еще вот это надо. Иди покажи здесь. Это просто я не могу. Ой, а вот какая красота. Много. Угу. И тут. Ага, класс. Посмотри, вот так вот ряд весь. Вот так вот классно ее посадить. В такие... Короба. Короба. Вот, смотри. Угу. Посмотри, какое чудо. Красота. Смотри, какая. Много. И крупная. Угу. Это все выращенное из семечек. А в принципе, можно вот такую вот пересушенную землянику, вот если переспевшая есть полностью, ее высушить и посадить. И тут тоже полно семечек. Уже не раз делали так. Ну, как раз на эти три дня наспеет опять. Да, и опять много будет. Целое ведро тут и там. Два ведра. Красота. Вот еще одна. Вот такие вот две грядки, а мы каждый раз по два ведра собираем земляники. Получается, раз в неделю. Да. Такое впервые. Видишь? Такого еще не было. Видишь, вот клочка. Да. Гребет яички, да? Да, да. Видишь, что она делает? Ой, там заметила. До свидания. Видишь? Опусти, видишь? Опусти. Нам уже клочки не надо. У меня же цыплят полно. А это ж бывшая вот эта клочка. Уже перо этой курицы. Так каждый день по перу. И, конечно, она будет лысая. Какой тюбчик у тебя. Совсем не боятся. Посмотри, это вообще. Они такие ручные. Маленькие, ручные. Не боится, посмотри, вообще подходит. Любопытная ты. О, а это красавица какая. Смотри, какая коричневая.
Петя, ну что? Как твои девочки? Так часами будут стоять. Кто кого переубедит. Ого, сколько цукини. Ого, надо нарвать. И тут и зеленые. Ого, и кабачки, целая куча. Ничего себе, очень много. В прошлый раз забыли сорвать. Ого. Сейчас нарвем. Смотри, что творят. Гуси, 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 молодец, гуси, гуси. Распороняют. Переживай, Билл. Красиво это. Она, кстати, несется. Разговаривает. Да. Слышишь, говорила только что. Значит, несется. Она тебе жаловалась. Называла тебя спасителем. Классная какая. Угу. Вот заметили. Вертолет. А, вертолет спрятан. Да. Смотри, боже, как низко. Смотри, как замерли все. Да, это же летит этот, как типа Коршина. Они же не понимают. Вот военные. А где? Вот слева.